Перед Новым годом принято подводить итоги, оценивать свои достижения, строить планы. Крупнейший тверской застройщик «Новый город» сделал это в необычном формате, собрав партнеров на конференции под символичным названием «Время нового». Для компании 2023 год был очень успешным, динамичным, инновационным, позитивным. Мы выполнили все поставленные цели. Например, мы ввели первые дома нашего эко-квартала «Есенинские поля». И более 1000 жителей стали обладателями квартир в наших жилых кварталах. А если брать основание компании, то за это время более 5000 уже стали жителями наших прекрасных домов. И эти, конечно, заслуги не остались незамеченными. И так, например, по рейтингу единого ресурса застройщиков России группа компании «Новый город» по Тверской области занимает лидирующие позиции по таким показателям, как объем текущего строительства, потребительские качества жилья и своевременный ввод в эксплуатацию. Отдельное внимание жилому кварталу «Южный». В уходящем году он победил в престижном конкурсе «Good Innovations» в номинации «Лучшее благоустройство общественных пространств». На федеральном уровне «Новый город» доказал, в регионах тоже умеет создавать нестандартное благоустройство и задавать высокую планку. Планы групп компании «Новый город», как всегда, амбициозные, грандиозные. Мы меняемся к лучшему, меняем облик нашего города к лучшему. И в перспективе у нас строительство нового интересного проекта. И не только в Твери, но и по всей России. Мы выходим на федеральный уровень и будем строить в нескольких городах. Но об этом чуть позже, следите за нашими новостями. Еще один повод для встречи – отметить и наградить самых активных партнеров, агентов недвижимости и профильных специалистов банков. В неформальной обстановке коллеги обменялись опытом и обсудили текущую ситуацию на российском рынке недвижимости. В 2023-м «Новый город» подстроился под стремительно меняющиеся экономические реалии и разработал широкий спектр инструментов, которые помогают сделать покупку квартиры выгодной и комфортной, даже при шатком положении ключевой ставки. Группа компании «Новый город» – это тот застройщик, который самый первый вводит самые интересные и самые выгодные предложения для клиентов. То есть он опережает на шаг всех остальных конкурентов на нашем рынке. Но не зря он участвует во всероссийских конкурсах, как по своей управляющей компании, которую они создали, да, и успешно реализовывают обслуживание своих и уже не своих объектов, так и по продажам, по концепциям своих жилых комплексов. Они одни из самых лучших. И важно сказать то, что у них всегда все в срок. А это действительно для каждого клиента это очень важно. От итогов и планов к обучению в рамках конференции «Новый город» организовал 2 тренинга с федеральными спикерами. Они рассказали, как продавать недвижимость по-новому, максимально эффективно и без профессионального выгорания. Нетривиальные знания и мощный заряд вдохновения под конец года – то, что нужно настоящим профи своего дела.